Каждый год 2 августа десантники отмечают День воздушно-десантных войск. Они собираются вместе и приходят к часовне Александра Невского. Его десантники считают своим покровителем. Это место выбрано не случайно, ведь именно здесь 3 октября 1941 года солдаты 201-й десантной дивизии вступили в неравный бой с фашистскими войсками. Десантники были вооружены лишь винтовками и гранатами. Им удалось задержать врагов, но в конце битвы они все погибли. Сегодня десантники пришли поставить свечи в этой часовне, но она оказалась закрытой. Часовня поставлена была в память о группе десантников, которые высадили здесь в качестве обороны нашего города, когда немецкие танки были уже на подступах. Десантники из Орла известны по всей России. Трое защищали родину и служили в Северо-Кавказском регионе, после чего получили звание Героев Российской Федерации. Жаль, что посмертно. В военно-историческом музее сохранились фотографии этих десантников. Вот внутри часовни на мраморных плитах увековечены имена, которые удалось установить, вот погибших воинов, в том числе и десантников. Несмотря на сильный дождь, десантников пришло много. Им погода не помеха. Отмечать свой праздник они собираются в любом случае, да еще и с размахом. Сегодня мы планируем отмечать весь день, ездить на памятники. Выпивать, конечно же, не будем. Поэтому не волнуйтесь, все будет в порядке, все хорошо. ВДВ! Слава! Ура! 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 Этот праздник отмечают более миллиона десантников разных поколений. В Орле эту знаменательную дату не омрачили даже плохие погодные условия. Слава УДВ! Слава! 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 Ольга Коломыцева, Игорь Олейников для программы «Оперативный эфир».